Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает авторская передача Алексея Орлова «Моя Америка». И у нас на связи, как всегда, автор этой передачи Алексей Орлов. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начну с вопроса. Кому из бывших обитателей Советского Союза незнакомо выражение «два мира, два Шапира»? А, дамы и господа, кто из нас не знает «два мира, два Шапира»? Интересное выражение. Как оно родилось? Окей, легенд много. Приведу одну. Московский корреспондент американского информационного агентства United Press International, сейчас такого агентства нет, когда-то было, UP. Так вот, московский корреспондент этого агентства Генри Шапира шел как-то вечером по улицам Москвы и увидел, как из здания ТАСС с верхних этажей окон вырываются клубы дыма. Ну, Шапира помчался в свой офис и передал по телетайпу сообщение: «Пожар в Москве в здании ТАСС». А проходивший мимо этого здания простой советский человек Семен Шапира тут же бросился к ближайшему телефонному автомату и вызвал пожарников. Два мира, два Шапира, американский и советский. Ну, дамы и господа, оказывается, два Шапира могут быть гражданами одной и той же страны, Соединенных Штатов Америки. И вот что мне интересно, очень интересно. Не исключено, они будут противостоять друг другу в борьбе за Белый дом. Окей, оба Шапира родились в Нью-Йорке. Оба родились в Бруклине, ну, естественно, в еврейских семьях. Оба родились в малоимущих семьях, семьи жили в субсидированных квартирах. Оба учились в школах паблик, учились хорошо, успешно выступали в спортивных командах своих школ. После школы оба поступили в высшие учебные заведения, и вот тогда-то их жизненные пути разошлись. Один стал социалистом, который ненавидит капитализм. Второй стал капиталистом, который видит в социализме зло. Один уже вступил в президентскую гонку, а второй не спешит, он взвешивает свои шансы. Дамы и господа, я уверен, вы уже догадались. Первый Шапира – Берни Сандерс, второй Шапира – Говард Шульц. Открывая предвыборную кампанию неподалеку от Бруклинского колледжа, в котором он проучился всего лишь один год, Сандерс с первых же слов дал понять, что он человек из народа, пролетарий с рождения, и что, став президентом, будет противостоять богачам. Цитирую мистера Сандерса: «Мой опыт ребенка, жившего в семье, с трудом сводивший концы с концами, оказал сильнейшее влияние на всю мою жизнь. Я никогда этого не забуду. Я родился в семье, которая слишком хорошо знала, чем грозит ежедневно каждому рабочему безграничная власть хозяина», — говорил Сандерс. И кое-кто из слушателей, мы видели это по телевидению, глотал слезы. Сандерс не первый социалист, который стремится к победе на выборах, рассказывая байки о тяжелом детстве. Подобные сетования обычны для социалистов многих поколений, не только для социалистов. Человеком из народа выдавали себя избирателям политики даже в таких местах, где социализмом не пахло. Многие американские политики прикидывались простолюдинами в надежде получить голоса избирателей. И бывало, что на трудное детство жаловались и родившиеся в достатке. Я не знаю, кто был первым американским политиком, который исказил свою биографию. Вероятно, кто-то из тех, кто баллотировался в местные органы власти, может быть, в Конгресс, может быть, на пост губернатора штата. Но нам, дамы и господа, доподлинно известен первый кандидат в президенты, прикинувшийся человеком из народа. И мы с вами окунемся в историю. Кандидатом партии Вигов в президенты в 1840 году, да, была такая партия Вигов, кандидатом этой партии в
1840 году был Уильям Генри Гаррисон. К этому времени, к 1840 году, о 67-летнем Гаррисоне знали многие американцы. В 18 лет он стал профессиональным солдатом и участвовал в бесконечных войнах с индейцами к югу от Великих озер. В 1814 году 41-летний генерал Гаррисон демобилизовался, и началась его политическая карьера. Он был депутатом Палаты представителей, депутатом Верхней палаты Законодательного собрания штата Огайо, был депутатом Сената, послом в Колумбии. В 1836 году партия Вигов выдвинула Гаррисона кандидатом в президенты, но он потерпел поражение демократа Мартина ван Бюрена. Через 4 года, в 1840-м, Гаррисон вновь противостоял ван Бюрену, теперь уже президенту. Это была первая в истории президентская кампания, 1840 год, первая в истории, которую можно сравнить с современными. Ну, во-первых, встреча кандидатов с избирателями, чего раньше не было. Реклама в газетах и журналах. Наглядная агитация, плакаты, транспаранты, стихи, песни. И в этой предвыборной вакханалии газета «The Baltimore American», «Baltimore American», которая поддерживала демократа ван Бюрена, эта газета совершила ошибку. Она напечатала антигаррисоновский памфлет, который превратился в оружие Гаррисона. Вот что, в частности, писала газета «Baltimore American». Цитирую. «Дайте ему бочку самогона, назначьте ему пенсию $2000 в год, и поверьте нам на слово, он проведет оставшиеся дни своей жизни в бревенчатом срубе, греясь у костра и изучая философию». Это писала газета «Baltimore American» о кандидате партии Вига в Гаррисоне. Советники Гаррисона, теперь их называют политтехнологами, тогда такого слова в английском языке не было. Итак, советники Гаррисона немедленно воспользовались памфлетом и начали рекламировать своего кандидата как человека из народа. Родился в бревенчатом срубе, лог кэбин, пьет самогон, в общем, свой парень в доску. Отставной генерал немедленно стал героем толпы. Толпе, массовому избирателю, было невдомек. Герой-генерал Гаррисон родился в аристократической семье Вирджинии на плантации Беркли. Здесь сегодня дом. Его дом превратился в музей, и ваш покорный слуга там был несколько раз. Так вот, детство родившегося в бревенчатом срубе Гаррисона было легким, радостным. В 14 лет он поступил в колледж. Он раздумывал о карьере врача, но стал солдатом. В год выборов, в 1840 году, Гаррисон владел в штате Огайо 2000 акров сельскохозяйственных угодий и жил в двухэтажном каменном доме. Он победил ван Бюрена в 19 штатах из 26. Но ван Бюрен потерпел поражение не только, конечно, потому, что Гаррисон вышел будто бы из простого народа. Страна еще не пришла в себя после финансового кризиса, случившегося 3 годами ранее, и ван Бюрен расплатился за этот кризис. Итак, нам с вами, дамы и господа, нам остается только гадать, как Гаррисон воспринимал рекламу, прославлявшую его как рожденного в бревенчатой хижине. Возможно, он рассказал бы об этом в своих мемуарах, но Гаррисон не дожил до написания автобиографии. 4 марта 1841 года, день инаугурации, 4 марта 1841 год, в Вашингтоне стоял жгучий мороз с ледяным ветром. Гаррисон выступал без пальто, без шапки, без перчаток, но выступал как истинный человек из народа. Вскоре после инаугурации он слег и скончался 5 марта, ровно через месяц после инаугурации. Историки давно выяснили, только 7 президентов родились в бревенчатых хижинах. Это Эндрю Джексон, наш 7-й президент, он был первым,
другие, Захари Тейлор, 12-й президент, Миллард Филмор, 13-й, Джеймс Бьюкеннон, 15-й, Авраам Линкольн, да, 16-й президент, также родился в Лок-Кэббин, Улисс Грант и, наконец, Джеймс Гарфилд. 7 президентов родились в бревенчатых срубах. Французский аристократ Алексис де Токвиль, который путешествовал в начале 30-х годов 19 века по Америке и написал книгу «Демократия в Америке», кстати, книжка переведена на русский язык, он был поражен. Поражен тем, чего может достигнуть в этой стране человек из низов. Де Токвиль путешествовал по Соединенным Штатам, когда президентом был первый родившийся в бревенчатой хижине президент, это Эндрю Джексон. Но к концу 19 века стало уже неудобно дурачить избирателей рассказами о рождении на соломе. Однако есть политики, которые по сей день любят кормить избирателей рассказами о незнатном происхождении и трудном детстве. Но не у всех, конечно, кандидатов в президенты была и есть такая возможность. Пример. Когда Теодор Рузвельт и Франклин Делано Рузвельт баллотировались в президенты, они не фантазировали о своих плебейских корнях. Они были богатенькими. О миллионах папаши Джона Кеннеди знала вся страна. В состоятельной семье родился Джордж Буш, отец, и его сын, будущий президент. Ну а что касается нынешнего Дональда Трампа, то он стал первым в истории кандидатом в президенты, который хвастался миллиардным состоянием. Однако оба Рузвельта, Кеннеди, оба Буша и Трамп – это все же исключение из правил. Многие президенты родились и росли в нужде, хотя они и не козыряли тяжелым прошлым в своих предвыборных кампаниях. Обратимся к Герберту Гуверу, это 31-й президент. Он остался без отца, ему было 6 лет. В 9 лет он стал круглым сиротой. Дальние родственники по очереди принимали его под свой кров. Случалось, юный Герберт ходил босиком, не было денег купить ботинки. Учась в школе в штате Айова, будущий президент перепробовал десятки работ, о которых принято говорить «круглое катать, плоское таскать». В 1891 году 17-летний Гувер стал самым юным студентом только что открытого Стэнфордского университета и выучился на горного инженера. Кстати, дамы и господа, при Стэнфордском университете существует Гуверовский институт. Этот институт – самое громадное хранилище документов о русских революциях вообще. Даже в нынешней России нет такого хранилища. Окей, институт назван в честь Гувера. В 1914 году состояние Гувера достигло 4 миллионов долларов. Мальчишка ходил босиком в 40 лет. 4 миллиона долларов состояние. Кстати, ему много что принадлежало, в том числе и в России, и на Урале. Так вот, в 40 лет, когда он стал миллионером, он сказал, прекрасные слова, дамы и господа, если мужчина не стал миллионером к 40 годам, значит, потратил предыдущие годы впустую. Ну, исходя из того, что Гувер сказал, я, дамы и господа, наверное, тоже потратил многие годы впустую. Сегодня, в наши с вами дни, о 31-м президенте Герберте Гувере принято вспоминать как о виновнике Великой депрессии. Великая депрессия началась осенью 1929 года, через несколько месяцев после его инаугурации. Многие забыли или просто-напросто не знают, что никто иной, как Герберт Гувер, организовал помощь голодающей Европе после Первой мировой войны. А нам всем с российскими корнями, дамы и господа, следует знать, Герберт Гувер участвовал в оказании помощи голодающему Поволжью после захвата большевиками власти в России. Другие президенты. В бедности рос Ричард Никсон, 37-й президент.
Отец Рональда Рейгана, 40-го президента, был алкоголиком. Семья с трудом сводила концы с концами. Алкоголиком был и отец Билла Клинтона, 42-й президент. Его отец погиб в автомобильной катастрофе в год рождения Уилли. Никсон и Рейган не считали нужным вспоминать о своем детстве, когда они баллотировались в президенты. Ну а что касается Клинтона, он постоянно говорил об этом, хотя ему повезло с родственниками. Юный Вилли всегда был окружен заботой. Клинтон родился в арканзасском городе Хоуп, Надежда. И во время предвыборной кампании слово «надежда» не сходило с его языка. Он повторял это слово не менее часто, чем сторонники Уильяма Генри Гаррисона говорили о бревенчатом срубе. Политики, которые сетуют на трудное детство, эти политики не перевелись. Это левые демократы, сегодняшние либералы, прогрессисты, социалисты. Повторю Берни Сандерса: «Я жил в семье с трудом, сводившей концы с концами». Это говорил Берни. Но его старший брат, его зовут Ларри, вспоминает, цитирую Ларри: «В семье всегда была еда и одежда, хотя не было возможности купить шторы и ковер». Кстати, я дополню, Ларри Сандерса хорошо, что не было шторы и ковер, потому что шторы и ковер собирают пыль. Но всегда была еда и одежда. Социалистка Александрия Окасио-Кортес, комсомолка, она рассказывала в 2018 году, в прошлом году, во время предвыборной кампании, что вышла из, цитирую, «рабочего класса». Она рассказывала, что ей требовалось 40 минут автобусной езды, чтобы добраться до хорошей школы. Об этом же она написала в официальной предвыборной биографии. Вот что она написала: «Я родилась в таком месте, где почтовый индекс уже определил вашу судьбу». Таким образом, она давала понять, что поскольку родилась в Бронксе, ей не следовало мечтать о политической карьере. Но, дамы и господа, папаша Александрия Окасио-Кортес, Серхио Кортес Роман, он был архитектором. Она не вышла из рабочего класса. Папа был архитектором. Ей не исполнилось 3 лет, когда папа купил 3-спальную квартиру в Йорктаун-Хайтс. Это богатый северный пригород Нью-Йорка. До школы было рукой подать, не нужен был автобус. Вот что она говорила: «Мы черные, мы индейцы, мы испаноязычные, мы европейцы». Так она описывала место своего рождения. Возможно, такое содружество народов и рас существует в Бронксе, но росла-то она в Йорктаун-Хайтс. Закончив Бостонский университет как специалист по международным отношениям и экономике, госпожа Окасио-Кортес, она вернулась к своим корням в Бронкс и стала зарабатывать барменшей в ресторане в Манхэттене и официанткой в пиццерии в Бронксе. Когда она вступила в борьбу за депутатский мандат в Палате представителей, у нее появились основания говорить о принадлежности к рабочему классу. Действительно, барменша в ресторане, официантка в пиццерии, ну, естественно, вышла она из рабочего класса. Однако сегодня, вот это важно, для привлечения избирателей недостаточно трудного детства. Да и рождение в бревенчатой хижине вряд ли станет ныне козырем в политической борьбе. В наше с вами политкорректное время есть другие козыри. Это пол и раса. Калифорнийская сенаторша Камала Харрис, она уже вступила в борьбу за Белый дом. У нее набор козырей. Ну, во-первых, она женщина. Во-вторых, отец иммигрант с Ямайки, чернокожий. В-третьих, мать иммигрантка из Индии. Ну, родилась Камила, конечно, не в бревенчатой хате. Ее отец был профессором, мать научным работником. У нью-джерсийского сенатора Кори Букера, соперника госпожи Харрис в борьбе за номинацию кандидатом Демократической партии, лишь один козырь. Мистер Букер чернокожий. Родители Букера занимали важные посты в менеджменте компании IBM. Рос он, как у Христа за пазухой. Лишь один козырь у вышедшей на старт президентской гонки массачусетской сенаторши Элизабет Уоррен – пол. И задолго до того,
как госпожа Уоррен стала политиком, она осознала, этого козыря недостаточно даже для продвижения по служебной лестнице. И госпожа Уоррен записалась в коренные жители Америки, причислила себя к индейцам племени Чероки. Подозрения в индейских корнях Уоррен начались, когда она занялась политикой. Дональд Трамп, мы знаем, назвал ее Покахонтас по имени индейской принцессы, которая вышла замуж в начале 17 века за английского поселенца Вирджинии. Недавно Покахонтас, претендентка на пост президента США, обнародовала результаты теста ДНК. Мы знаем, в ее крови лишь 1024-я часть индейской крови. Дамы и господа, если я пройду проверку на ДНК, то, возможно, в моей крови тоже есть тысячная доля индейской крови. Так вот, вступив в борьбу за Белый дом, Уоррен тут же ринулась, как и подобает левым политикам, в атаку на состоятельных граждан. Вот что заявила Покахонтас. Миллиардерам в Белом доме не место. Она имела в виду кандидатов-демократов Майкла Блумберга, миллиардера, и Томаса Стайера. Но сначала Стайер отказался от мечты о президентском особняке в Вашингтоне, затем Блумберг последовал его примеру. В их политической колоде, в колоде Стайера и Блумберга, козырей вообще не было. Тот и другой олицетворяют в глазах леваков только грехи, только грехи. Ну, во-первых, дамы и господа, во-первых, оба они белые. Во-вторых, белые мужчины. В-третьих, белые мужчины-миллиардеры. В-четвертых, белые мужчины-миллиардеры традиционной сексуальной ориентации. Да еврейство не красит, в этом не сомневаются демократы-антисемиты, которых, мы знаем, развелось Конгрессе. Так вот, взвесив все шансы, бывший глава компании Starbucks, демократ Говард Шульц, белый мужчина, миллиардер, еврей, пришел к выводу, выйдешь на старт президентской гонки как демократ, будешь разбит в праймерис и кокусах в пух и прах. У такого Шапира в сегодняшней Америке нет никаких шансов стать кандидатом демократической партии в президенты. Что же касается другого Шапира, то хотя и он не без недостатков, но он готов возглавить социалистическую революцию в Соединенных Штатах. Это безусловное достоинство. Говард Шульц уже много-много лет со времени окончания школы не зависит от социальной помощи, денег из общественной казны. Берни Сандерс привык жить за счет налогоплательщика. С 1981 года по 90-й он был мэром города Берлингтона, и ему платили зарплату жители этого вермонтского городка. А с 1990 года его содержит федеральная казна, сначала как депутата Палаты представителей, теперь как депутата Сената. Сандерс не откажется от президентской зарплаты. Шульц, став президентом, будет, конечно, как и Трамп, переводить зарплату на счета благотворительных фондов. Дамы и господа, социалист и капиталист. Два мира, два Шапира. На этом я заканчиваю монолог, и после рекламной паузы с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами, дамы и господа. Уважаемые дамы и господа, мы вновь возвращаемся в авторскую передачу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей согласился любезно ответить на ваши вопросы, выслушать ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, набирайте номер телефона 847-400-5200 и давайте будем общаться. Единственное, что я очень прошу, пожалуйста, ограничьтесь короткими вопросами и короткими комментариями для того, чтобы дать Алексею возможность, во-первых, ответить на ваши вопросы, а во-вторых, как-то ответить на ваши комментарии. Большое спасибо. 847-400-5200. Алексей, у нас уже есть звонки, если вы не возражаете. Ни в коем случае.
Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, добрый день. Слушаю. Добрый день. Я могу говорить? Да, пожалуйста, пожалуйста. Алексей, очень приятно слышать прекрасную передачу. О чем вы говорили, я просто заслушался. У меня вопрос немножечко не совсем по теме, но почти. Значит, Марифов никак невозможно сделать Трамп, потому что это местные власти, это не федеральные, как я понял, власти говорили. Но почему-то Клинтон сделал пардон одному драг-дилеру, который получил 16 лет, который он уходил с поста президента, он ему дал пардон. Это 16 лет тюрьмы, а тот успел отсидеть год. Почему ему дали, а этому не дали, это первое. А второе, меня интересует, Китай тариф. Значит, вся продукция в Китае, которая выполняется и заводится в нашу страну, будет накладываться, ну, взнос, тариф, понятно. Но это продукция китайская, это не наши предприниматели, как открывают там маленькие бизнесы, но когда завозят сюда, она пишется по этой Китай, China. Так что меня интересует, это значит, все спортивные эти костюмы, все, что только производится, телевизоры, Sony, все. Окей, мы поняли вопрос, спасибо большое, спасибо. Просто нет времени тратить на очень обширные вопросы. Алексей, прошу вас. Значит, на первый вопрос. У президента есть право прощать, сокращать сроки, все, что людям, осужденным по законам федеральным, федерального правительства. Если человек осужден на основании штатного закона или городского закона, штатный закон может его простить, скажем так, губернатор. То есть это все очень просто. Если федеральный суд приговорил у президента, есть такое право. Если не федеральный, у него такого права нет. Это закон. Теперь, что касается тарифов. На все ввозимые товары из Китайской Народной Республики, сейчас, вы знаете, идут торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Как они завершатся, я не знаю, я не хочу даже предсказывать. Но если будут введены тарифы, какие-то уже введены, но если целиком, то на все, что производится в Китайской Народной Республике, на все будут накладываться тарифы, то есть пошлины на ввоз этих товаров, и все эти деньги, которые, так сказать, тарифы, они будут идти, естественно, в государственную казну, в федеральную казну Соединенных Штатов, и тем самым будет сокращаться дефицит в торговле между Соединенными Штатами и Китаем. Как будут развиваться события, мы с вами узнаем. Опять-таки, я предсказывать не хочу. Спасибо огромное, Алексей. Все товары, производимые в Китайской Народной Республике. У меня, например, дома 4 шикарных совершенно стеллажа, прекрасных, сделанных в Китайской Народной Республике. Если бы и Китай до сих пор поставляет, естественно, нам из дерева всякие изделия, тоже будут накладываться тарифы. Ну и мы, естественно, будем платить больше за эти товары. Спасибо, у нас есть еще звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алексей, на днях ваш коллега по Дэвидсону Ари Каган сообщил о том, что наш мэр города Деблазио уже негласно ведет предвыборную кампанию, хотя он еще не выдвинул свою кандидатуру. За счет налогоплательщиков он ездит по городам других штатов и агитирует за себя. Вот. И скоро на старт выйдет наш бывший вице-президент Бен Ладен. Будут ли у нашего Шапира шансы хотя бы наполовину пройти дистанцию? Спасибо. Спасибо огромное. Ну, у де Блазия шансов вообще никаких нет. Давайте забывать, чтобы мэр Нью-Йорка стал... Мэр Нью-Йорка никогда не был президентом Соединенных Штатов. Пытались. Джулиани пытался, мы знаем. Даже мэр Коч хотел. В прошлом, в 19 веке такие были. Никаких шансов. У де Блазия нет. Окей. Теперь, что касается Говарда Шульца, то он, естественно, если он выступит как демократ, он не выступит как демократ, у него нет абсолютно никаких шансов. Ну, миллиардер, белый мужчина, какие дела? Никаких шансов нет. Понимаете, когда мы говорим о шансах, с
скажем, демократов, нужно рассматривать их шансы не когда они, кто-то из них станет кандидатом в президенты, а их шансы стать кандидатом в президенты. Значит, в праймерис и кокусах и у республиканцев, и у демократов голосуют самые идеологизированные избиратели. Кокусы и праймерис собирают, обычно не собирают такую толпу, как всеобщий выбор. Так вот, среди демократов идеологизированные избиратели – это левые, в основном левые. Поэтому представить себе Шульца, что он выступил как демократ, никаких шансов нету. Если он выставит свою кандидатуру как независимый кандидат, история свидетельствует, у независимого кандидата шансов стать президентом нет. Это история. Но опять-таки, дамы и господа, истории было угодно, чтобы президентом стал Дональд Трамп, который никогда не занимал никаких политических выборных должностей. Истории было угодно. В истории все случается что-то в первый раз. Поэтому сегодня, если Шульц выйдет в гонку, и мы будем с вами об этом говорить через год, и не просто через год, зимой следующего года, а летом следующего года, 2020-го, мы можем с вами всерьез обсуждать это. Сегодня мы можем только гадать, во-первых, выйдет ли он на старт, и гадать, каковы у него шансы. Если выйдет летом 2020 года, мы на эту тему с вами будем разговаривать. Да, абсолютно логичные ответы, абсолютно логичные рассуждения. Ну, будем надеяться на то, что, по крайней мере, де Блазио точно никуда не прорвется, будет сидеть в городе Нью-Йорк и действовать на нервы нормальным людям. Ну, а дальше это уже дело такое. Алексей, скажите мне, пожалуйста, вот ваше мнение, естественно, как вы считаете, вот то, что сейчас происходит, опять же, вот с Кортес, то, что сейчас происходит с Сандерсом, то, что сейчас происходит с той же Камалой Харрис, ну, Элизабет Уоррен и так далее. Вопрос такой. Интересное получается совпадение. С одной стороны, Берни Сандерс жалуется на то, что он родился в семье, которая еле сводила концы с концами, и его, ну, будем говорить так, конечный результат – это становление миллионером, мультимиллионером. И тут же он ратует за то, чтобы вернуть страну вот в то состояние, в котором он когда-то в той семье он родился. Как то же самое с Кортес и то же самое, ну, не с Камалой Харрис, а с этой Элизабет Уоррен. Вот как такое вообще можно объяснить? Ну, Толя, вопрос. Значит, он считает, Сандерс, что ему было плохо в детстве, потому что страна капиталистическая. Он хочет из капиталистической страны сделать социалистическую. На каждом выступлении он говорит «революшн, революшн, революшн». Ему мало революции. Он хочет из капитализма сделать социализм, будучи совершенно уверен, что при социализме всем будет хорошо. Знаете, я не в состоянии анализировать вообще ход его мыслей совершенно, так сказать. Я просто оперирую фактами, которые он излагает, либо и все. Он был бедным. Он, понимаете, вообще бедняк в Соединенных Штатах с точки зрения даже европейского человека, европейского, это не бедняк. У нас есть, ну, во-первых, бедняки с машинами, с аэрокондишенами, со всей этой электроникой, какая только есть. Некоторые бедняки живут в квартирах, которые им принадлежат. Некоторые бедняки живут в домах, которые им принадлежат. Бедняк в Соединенных Штатах, он, во-первых, всем обеспечен. Он обеспечен медициной, Medicaid, он обеспечен продовольственными купонами, он обеспечен, если не его дом, не его квартира, он обеспечен 8-й программой субсидированной. Бог знает, чем он только не обеспечен. Бедняк в Соединенных Штатах – это не бедняк. Это по понятиям Европы, например, это low middle class. Да. Не высший middle class, low middle class. Угу. Вот что такое американский бедняк. Да. Есть звонок, поэтому давайте примем.
Добрый день, вы в эфире. Приглушите ваше радио сразу. Алло, здравствуйте. Вы знаете, я хочу с вами не согласиться. Во-первых, почему такое огромное количество нищих? Посмотрите там, если заехать в Сан-Франциско, там вообще просто на улицах спят. У них нет квартиры, они бедняки. Это первое. Не прерывайте, давайте я сначала отвечу на этот вопрос, а вы продолжите. Значит, 90% людей, которые к нам показывают, особенно в Калифорнии, это либо наркоманы, либо сумасшедшие, либо их нельзя насильно в Соединенных Штатах в сумасшедшие дома не сажают. От наркотиков, если они хотят излечиваться, их не лечат. Эти люди, которых мы видим на улицах, в Сан-Хосе, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, говорите, они выбирают теплые места. На улицах Чикаго вы немного их увидите, потому что у вас зима. То же самое в Нью-Йорке. Это в основном больные люди, больные, которых следовало бы лечить. Продолжайте, пожалуйста. Второе, в общем-то, я с вами совсем согласен, и я люблю вашу передачу. А второе, вы знаете, недавно сообщили, что один из полисдепартментов, кажется, в Вермонте, прекратил 24 часа работу, потому что нету налогов, нету очень-очень бедный район и нету денег на местную муниципальную полицию. И задают правильный вопрос. Посмотрите, мы каждый месяц в Афганистане тратим миллиард, а здесь нету там 10 миллионов, чтобы поддержать местную полицию. И с этим я тоже согласен. Вы знаете, где-то надо, может быть, прекратить вот эти экспансии за рубежом и больше думать о своей стране. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы знаете, в чем все дело? Проблема Вермонта – это проблема Вермонта. Проблема Иллинойса – это проблема Иллинойса. Проблема штата, где я живу, Северная Каролина – это проблема штата Северная Каролина. Я действительно, у меня нет ответа на вопрос, как решать проблемы Вермонта, потому что у них налогов нет, или маленькие налоги. Это их дела, если они считают, что налоги нужно повысить. Окей, у них есть законодательное собрание штата Вермонт, есть губернатор, пускай решает этот вопрос. Но это совершенно не значит, что я, живущий в Северной Каролине, а вы, живущие в Иллинойсе, должны решать проблему штата Вермонт. Это их проблема. Коротко и четко. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Американские бедняки – самые богатые бедняки в мире. Да, согласен, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день, Алексей. Я только по поводу звонка выразить вам благодарность как ведущему. И как в концепции я согласен с предыдущим звонком по поводу того, что все-таки есть низший класс, средний, на медицинских счетах сводят концы с концами. Но это все сложно, я понимаю. Но мне близка идея с Сандерса, с Сатарин, коммунизм. Я это люблю. До свидания. Спасибо. Все никто не отказывается от бесплатных вещей, правда? Что интересно, что Сандерс, когда он говорит о социализме, он называет нам Швецию, он называет Данию, он называет Финляндию, он называет, не знаю, Норвегию. Сандерс забывает, не знает или не хочет знать, или если знает, не желает об этом говорить. Соединенные Штаты Америки абсолютно невозможно сравнивать с этими со скандинавскими странами. И не только со скандинавскими. Любая из этих стран – это страна с одной религией, с одной. Как правило, это протестанты, христиане-протестанты. А христиане-протестанты – это не христиане-католики, не христиане-православные. Протестанты во всех протестантских странах жизнь гораздо лучше, чем в католических. Окей. Во-первых, эти страны с одной религией, с одним языком, с одной, скажем так, национальностью. Значит, сравнивать Соединенные Штаты, чтобы Соединенные Штаты сравнивать с Данией, ну это просто вообще куром насмех. И когда этот человек приводит, вот в Дании существует всеобщая медицина. Ну да, в Дании существует всеобщая медицина. Вопрос, а сколько процент датских граждан, которые живут в собственных домах или в собственных квартирах? Я знаю, на
примере Исландии. Исландия тоже социалистическая страна. В Исландии менее 2% людей живут в собственных домах и в собственных квартирах. Они, это как в Советском Союзе было. Я не сравниваю, только ради бога, не сравниваю. Просто эта квартира принадлежит штату, государству, городу. Еще они вносят какую-то... Но Америка-то не Исландия, не Дания. Я, например, живя в собственном доме, я не хочу жить в многоэтажном доме с общими квартирами. Я жил в Америке тоже в таких домах, но я не хочу. И многие не хотят. Невозможно сравнивать Соединенные Штаты с этими странами. Я приведу вам еще один пример. Когда мне потребовался MRI, был случай. Я направили меня, я сделал MRI. Через 2 дня, это было в Нью-Йорке, в Северной Каролине я сделал бы на следующий день. В Канаде, где социалистическая медицина, государственная, MRI вы можете ждать 3 дня, 4 недели, 5-6. Почему все пригородные, приканадские города на севере Соединенных Штатов, почему там громадное количество офисов, где делается MRI? Потому что канадец считает, он лучше переедет границу и сделает MRI за деньги, чтобы знать, что у него происходит, чем стоять 3-4-5 месяцев в очереди в Канаде. Сандерс это понимает? Не, Сандерс сенатор. Он пользуется всеми благами, которыми пользуются миллионеры и миллиардеры, даже большими. Он не хочет этого понимать. А если понимает, то лжет нам намеренно. Конечно, спасибо. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Немножко на другую тему. А не могли бы вы сказать, чем занимается сейчас нынешний генеральный прокурор? А, потому что сколько я не смотрю передачи, нигде его не слышно. А, слышали вы что-нибудь о его новых? Угу. Что-то о нем. Спасибо. Спасибо большое. Алексей, а перед тем, чтобы ответить... Опять, если говорить о генеральном прокуроре или министре юстиции, занимается, ну, во-первых, мы ведем Соединенные Штаты, не мы с вами, а Министерство юстиции, Федеральная прокуратура, ведет громадное количество расследований, громадное. И за всеми этими расследованиями в той или иной степени наблюдает министр юстиции, генеральный прокурор. То, о чем мы узнали, например, вчера с вами, о том, как дети богатеньких белых, демократов поступают в колледжи, университеты. Естественно, это долгое расследование. Оно началось, видимо, Министерством юстиции еще при Обаме. Продолжалось при Стэшене. Заканчивается уже сейчас. Поэтому то, что мы с вами не видим министра юстиции, часто не видим его на пресс-конференциях, заявлениях, это совершенно не значит, что Министерство юстиции не работает. Работает. И я вам скажу, это мое мнение. Чем меньше мы видим любых министров на экранах телевизоров, тем у меня больше уважения к министерствам, которые они руководят. Да. Причем самое интересное, мы настолько привыкли во времена Обамы за эти 8 лет постоянно видеть морду то Эрика Холдера, то Лоретты Линч, что мы это уже принимали за должное. Они постоянно светились на экранах телевизоров. Поэтому сегодня, когда вот такой, как Барр, просто делает свою работу тихо, спокойно, мы к этому не привыкли. Поэтому все ждут, когда же он выйдет и что-нибудь скажет. Ну, посмотрим. Кстати, насчет выйдет, что-нибудь скажет, мы же знаем, да, что сейчас вот сегодня был вынесен приговор в Вирджинии Манафорту. Ну вот, так что вот вам еще раз, пожалуйста, это работа Министерства юстиции, делает свою работу и так далее. Поэтому... Ну это не так вообще, конечно, Министерство юстиции, как господин этот самый Мюллер, который подвел его под тюрягу. К сожалению. Ну... Я, кстати, Толя, я должен сказать, что среди тех людей, которых Мюллер считает нужно судить, Манафорт лично у меня вызывает наименьшие симпатии. О, и вот спасибо. Что бы я еще по этому поводу хотел сказать. Такими делами, которыми он занимался, и за которые пойдет за решетку, дело не в том, сколько он получит. Ну, известно, с сегодняшним осуждением и с прошлым 7,5 лет. Дело не в годах. Но ведь этими безобразиями,
которыми он занимался в столице Соединенных Штатов, в Вашингтоне и пригородах, занимаются десятки, может быть, сотни людей. Ему не повезло, потому что он решил возглавить, стать менеджером этой избирательной кампании Трампа. Если бы он не стал менеджером избирательной кампании Трампа, он сегодня жил бы припеваючи, как живут припеваючи многие люди, которые делали и делают то же самое, что делал он. И как вот он, что возмутительно. Конечно, и как он жил до того, что он же фактически, его же тогда осудили еще в 2006 году, но тихо, спокойно он себе жил, все было нормально до тех пор, пока он не решил вот поднять свою голову. Сейчас у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я не знаю, вы это говорили или нет, но то, что 7,5 лет федерального тюрьмы, обвинения, может, Трамп его помилует. Но не успел суд закончиться, как прокуратура Манхэттена обвинила его по 16 пунктам. И они сказали, что прокурор Манхэттена сказал, что они специально ждали окончания этого суда. Дело открыто давным-давно. И ему светит до 25 лет. И тут, если это будет штатовский приговор, тут уже Трамп ничего не сделает. Ничего не сможет сделать. Да, ну, я думаю, что там все это не так просто. Да, они ждали решения этого суда, они думали, что ему сейчас впаяют лет 15-17, в возрасте 70 лет никуда он не денется. Но я думаю, что и то, что ему предъявит штат, это тоже так, вилами по воде. Так что посмотрим, но посмотрим. Там такие обвинения, Анатолий, я вам скажу. Нет, я видел, да, я видел эти обвинения, вы понимаете, он, смотрите, его судить за одно и то же его не могут, поэтому, я имею в виду, есть такое понятие double jeopardy, то есть то, за что его уже осудили, его осуждать не могут, поэтому посмотрим. Там... Толя, ему предъявлены обвинения штатные, да, совершенно другие. Да, ему так что его будет судить штат Нью-Йорк, ну и штат прокуратура штата Нью-Йорк. Ну да, знаю, да, какая, да, да. Манхэттен, ну не важно. Ну, опять-таки, я не хочу забегать вперед. Давайте смотреть, что будет. Да, обязательно, да. Конечно, будем смотреть, и я надеюсь, что ну, закончит. То есть ему уже, ему и 7,5 лет, в принципе, хватит, даже если ему скостят там. Половину срока, это все равно для человека в этом возрасте, это большой срок. Поэтому посмотрим, что к чему. Вот так, теперь, дорогой Алексей, уважаемый Алексей, у нас подошло время просто к концу, неумолимо. Поэтому ваше последнее, заключительное слово, и мы будем прощаться. Заключительное слово следующее, дамы и господа. Следующую передачу через неделю я начну... почти толстовскими словами. Все смешалось в доме Нэнси Пелоси. Я прощаюсь с вами до следующей среды. Всего хорошего, дамы и господа, и будьте здоровы. И вы будьте здоровы, уважаемый Алексей.